Всем привет, с вами Лев, это вторая часть карты Хекатин Паркур, да и это в принципе вторая серия. Короче, мы продолжаем проходить эту карту, паркур карту, и давайте будем продолжать в принципе проходить, да. В прошлой серии мы прошли, наверное, на уровне 15-20 где-то, ну это я так примерно говорю, но явно немало, да. Окей, давайте прыгнем и пойдем в принципе дальше проходить, уйдем уже от этого уровня водяного какого-то, отлично, вот. Так, есть какие-то облака непонятные, и я уже так понял, то, что надо идти именно сюда, потому что в другие места я пробовал, и никуда не могу пойти, потому что здесь барьеры. Окей, идем сюда, и здесь какой-то странный блок появляется. Так, сюда я не могу, то есть надо именно вот сюда, что ли, на этот блок прыгнуть. Ну, давайте попробуем. Все, отлично, пропал. Видимо, нам вот сюда надо. Так, а что, собственно, нам надо сделать? Вот пока непонятно. Так, стоп, подождите. Подождите, не понял. То есть здесь у нас барьер, да, стоит? Так. А, да, какой-то барьер здесь есть. Явно есть какой-то барьер. То есть вы хотите, чтобы, когда этот блок здесь появляется, то я делаю вот так вот и прыгаю сюда? Нихера себе, так, отлично. И все, что ли, я прошел уровень, получается? Ну, слушайте, прикольно, прикольно. Так, короче, у нас какие-то джунгли. Стрелочки опять указывают сюда. Но я помню то, что в прошлой части они нас немножечко обманули. Меня, точнее, да? Но хотя, вроде, они сейчас не обманывают, да. Вот, сейчас давайте вот таким вот образом сделаем. Я так понимаю, то, что да, вот так вот надо сделать. Смотрим, куда нам надо. Это что? Извиняюсь, такое. Это типа надо просто паркурить дальше. Отлично, вот сюда, типа. Ага, все, я понял. Так, я так понимаю, чтобы сделать нормальный прыжок, надо подняться на самый верх. Но это не точно. Например, вот так вот, отлично. Опа, и есть, есть. И какая-то офигенная комната, отлично. Так, пока что я не понимаю, если честно, куда они хотят, чтобы я залез. Так, вот, все, я понял. То есть это, подождите, стоп. Да пока что, наверное, только вот сюда, если прыгнуть, если можно, конечно, если можно. Но это уже что-то прям интересное, я уже не понимаю, что от меня хотят. Хотя, с другой стороны, вот, в принципе, наверное, надо вот так вот разгоняться, прыгать и на лианы, да. Так, есть, все. Так, и куда дальше? В принципе, сюда, наверное, сюда. Да-да-да, сюда. Nice. Нет, это... Да, это старый. Помните, мы в прошлой серии на нем прыгали, туда в снег провалился. Так, отлично. Опа! В смысле? Так, есть, есть, отлично. Так, все, слайм, отлично. Опа, есть, все. Это я где? Ни хрена себе. Это что за уровень такой? Так. Ну, смотрите, прикольный какой-то, разноцветный. Я даже такого не видел. Плавное падение. В принципе, я так понимаю, нам просто надо выбраться куда можно выше. Куда выше. Так, естественно, сюда нельзя, блин. Нет. Нет, я в самый низ упал. Отлично, вообще прекрасно. Так. Так. Ага, все, я нашел. Так. Какие-то чуваки, они типа тоже паркурят. Ну, я тоже вместе с ними паркую, пытаюсь, по крайней мере, да. Не знаю, что из этого получится, но надеюсь, что что-то получится. И по традиции я забираю у них одежду. Как бы это странно не звучало, но как бы на самом деле броня никогда не помешает. Так, собственно, ладно, окей. Вот таким вот образом, опа, и опа, есть. И у тебя ботинки украду, ха. Все, хи-хи-хи. Так, и я так понимаю, мне просто надо прыгнуть. Опа! Все, отлично. Я боялся то, что я в чувака въежусь и упаду. Ну, короче, уровни реально прикольные. Мне даже они больше, наверное, нравятся, чем в первой части. Они какие-то все необычные. Вот это, конечно, прям такая большая особенность этой карты от других, которых я раньше проходил. Потому что, ну, паркур реально интересный, да. Так, а куда хотят... Подождите. Стоп. Такое чувство, будто мне надо вот поэтому подняться. По меду, кстати, можно подниматься? Мне кажется, по нему только опускаться можно. Я, честно, я забыл уже. Очень давно я им не пользовался. Да ладно! Да ладно, по нему можно подниматься? Я, честно, я забыл. Забыл прям вообще. И что дальше? И что дальше, собственно? Так, есть слайм. Так, я могу стоять. Есть слайм, есть вот эта штука. Так, есть. И опа, есть, есть. Фух. Охренеть, охренеть, все, отлично. Так, у нас цветок, ага, все, я вижу. Поднимаюсь и, в принципе, я так понимаю, где у нас выход? Выход у нас вот там, походу. Так, это оттуда мы пришли. Окей, есть, все, отлично.
Отлично, прекрасно, отлично, все, четко, есть, все, я здесь, да. И снова, кстати, в этом видео я постоянно говорю отлично, прекрасно и так далее. Я не знаю, с чем это связано, но да ладно. Просто мне нечего больше сказать, да. Слушайте, у меня прям уровни хорошо прям идут сегодня. Это прям вообще жесть, да. Вы видите то, что, ну, прям проходится на самом деле быстро. Так, смотрите. Что от меня хотят, как бы, создатели карты? Мне нужно как-то туда попасть, но каким образом? Ну, вот какие-то блоки, ну, допустим. А что, как бы... Подождите, ребят. Вы сейчас... Подождите. Левитация! То есть я, получается, по этим блокам должен вот так вот... Ага. А я еще на шифте почему-то. Не знаю почему. Так, все, тихо, тихо! Все, я понял, понял. Я понял. Есть. Все, мы летим, летим, летим. Можем вот так вот быстро лететь. И, видимо, разгоняться наоборот надо. Все, мы прошли. Так, а сейчас мне куда надо? Угу, все, есть. Теперь сюда. Или подождите, мне, по-моему, не сюда надо. Мне надо, видимо, вот сюда. Да, вот таким вот образом. Опа, опа, опа. Так, это не сильно сложно. Так, а куда мне надо? Так, подождите, слайм. Подождите, мне надо на этот блок или вот на этот. Все, я понял. Есть. Опа! Есть! Все, отлично. Мне прям хорошо сегодня паркурить получается. Да и слава богу, на самом деле. Потому что паркуры, на самом деле, у меня достаточно сложно даются. И опять какой-то адский уровень. Окей. Окей, чекпоинт. Огонь какой-то. Тихо. Так, вот паркур. Есть. Ага. Блин, а что это так сложно? То есть вы хотите сказать то, что я должен попасть на слизневый блок вот этот вот так вот? А, так это вообще не сложно, окей. Окей, вот это уже сложно, мне кажется, это невозможно, если честно. То есть этим никак не схитрить, да? Но я думаю, я не допрыгну туда. Давайте будем пробовать вот таким! Или не будем. Есть, опа, есть, все отлично. И, блин, я не могу прыгнуть постоянно вот здесь. На этом месте, это что-то жесть вообще какая-то. Не знаю, мне кажется, то, что может быть сюда каким-то образом можно запрыгнуть, но это что-то, не знаю, мне кажется, это невозможно, честное слово. Ну да ладно, давайте, ну блин, так вообще у меня не получается. Так, 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 подождите, а тут как будто бы можно по-другому начать, то есть я вот, например, вот здесь появляюсь, я не могу, нет, я здесь не могу ничего, да, сделать. Короче, надо сейчас как-то сделать красиво. Как-то сделать прям красиво. Но я думаю, что это точно не в этот раз, да. Не в этот раз! Нет, у меня, смотрите, я делаю, видимо, слишком... слишком медленно, да, слишком медленно поворачиваюсь. Короче, я нашел кое-какую хитрость. Я просто, смотрите, я попробовал несколько раз здесь вот так вот пропрыгнуть. У меня не получается. Может быть, здесь и можно, конечно, так сделать, но мне что-то кажется, что нет. То есть отсюда вот сюда. То есть прям вот так вот взять круг сделать. Мне кажется то, что это, ну, скорее всего, невозможно. Но может быть, я просто тупой, там, я не знаю, не умею паркурить. Тут, видите, вот такая вот есть фигня. Можно подняться по лаве вот сюда. Я не знаю, здесь просто так это для красоты было сделано. Или это действительно, типа, такая хитрость. Мне кажется, то, что так и надо, собственно, подняться по лаве. У меня даже яблоки есть, да, поэтому, если что, я не умру. И вот сюда пропрыгнуть вот прямо отсюда. Я думаю, что это более правильнее, чем вот отсюда вот сюда. Потому что... Но у меня лично вообще не получалось. Да. Только мне кажется, я умру сейчас. Нет, 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 нет. Нет! Тихо! Тихо, давай! Ну ты дебил. Я, кажется, понял. Надо было отсюда, видимо, вот так вот, да? Да-да-да-да-да. Или, возможно, это... Подождите, меня что-то остановило. Я просто похлопаю. Опа! Давай-давай-давай-давай! Давай-давай-давай! А тут боех какой-то. Тут какой-то боех, но я еще раз попробую ради интереса. Декоративная такая хрень? Или это действительно, чтобы можно было схиткить? Там что-то есть, да. Что-то есть, и оно... Да, но мне что-то пройти не дает. Блин, мне кажется, можно. Мне кажется, можно. Да, мне кажется, это все возможно. Так, опа. О-о-о! Так вот таким вот образом хитрить надо. Все, я понял. Да это даже не хитрость, это самый настоящий паркур. Да, отлично. Все, ребят, я понял, как это проходить. Ну, давайте. Давайте прыгнем. И опа, есть. Все, какая-то у нас деревня. И давайте посмотрим. Так, а здесь что-то есть? Нет, здесь ничего нету. Ладно, давайте посмотрим. Я думаю, то, что в доме мы что-нибудь найдем. Например, новогодний сундук. Так, ну отлично, все, есть вот так вот. И теперь у нас опять... Подождите, я назад сейчас хотел вернуться. Нет, спасибо. Назад я точно не хотел вернуться, да?
Ага, нам надо вот сюда. Все, я понял. То есть можно даже, смотрите, как светить. Или нельзя. Стоп, стоп, стоп. Хотя, наверное, можно. Смотрите, я делаю вот так вот. И я прохожу и вижу просто очень красивый какой-то уровень. Да, это прям что-то такое современное, прям, да. Да ладно. Это что такое? Соник. Голова какого-то игрока. Отлично, блин, можно даже это забрать ради, так сказать, не знаю ради чего, но можно взять. Так, и какая-то табличка. Что нам надо сделать? Да нам надо просто сюда прыгнуть, по сути. Здесь очень... Ага, здесь стекло. Все. Чего? А, как бы, как? Стоп, я не понял. Меня что-то держит. Да, тут барьер. То есть, а как это, что? Подождите, это надо типа вот сюда, что ли? Это отсюда, подождите, стоп. Это, так, что, подождите. Так, это у нас назад. Ага, слайм, 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 да. Все, я понял, отлично, прекрасно. Или не особо. Короче, понял, как я это проходить. Смотрите, вот таким вот образом. Опа, и опа, и все четко, и типа круто, да. Сейчас сделаем вот такой вот, сейчас сделаем обходной такой путь, да. Вот, все, отлично, давай. Аллах Акбар. Я просто попал. Короче, здесь тоже надо прыгнуть. Вот таким вот образом. Все, я попал. Ну, я даже не знаю, что это такое. Это какой-то механизм. Какой-то редстоун механизм, да. Давайте вот сюда, вот сюда. Угу. И по этому механизму мы сейчас будем проходить, собственно, этот паркур. Действительно прикольно. Ага, вот помните старый уровень, да, в котором я тоже запутался. И сейчас, ага, тут облако. Блин, то есть надо как-то сейчас с другой стороны, получается, чтобы мне это не мешало. Мне нужно туда прыгнуть, да? Давай, есть, все. Все, отлично, это у нас Соник, офигенно. Так, опа. Да, я так не хотел делать. Я так делать не хотел, ладно. Так, есть. Куда нам надо теперь? Блин, неужели туда? Вы что, прикалываетесь, что ли? Мне кажется, это невозможно. Мне почему-то кажется, что это совсем невозможно. Мне кажется, то, что надо вот туда идти. Угу. Вот сюда. А! Давай! Есть, все, отлично. Отлично, все, я понимаю, как это пройти. Сейчас вот так вот. Опа, и есть, все, мы прошли. Блин, я очень сегодня быстро к уровню на удивление прохожу. Это, конечно, не может не радовать. Это, конечно, не может, естественно, не радовать. Ну да ладно. Так, давайте поднимемся и вот так вот. Все. Куда дальше? Куда дальше? Вижу лестницу. Я ее вижу. Все. Вот сюда. Дальше, дальше, сюда. Ну, что-то, мне кажется, это еще рановато почему-то. Хотя, нет, не рановато. Блин, давай уже прыгни сюда. Опа! Все, отлично. Теперь вот сюда. И мы на самом верху. Все. Все, 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 все. Нам получается вот туда. Подождите, а нам же, мы же там были, или мы не там были? Я уже запутался, короче. Ну, нам нужно, видимо, в люк, да? Это люк? Окей. Короче, не знаю, люк это... Нет, это кнопка. Отлично, все. И мы попали в какое-то новое измерение, в новый мир. Короче, в новую, так сказать, в новый уровень, да. И дальше вот сюда, наверное, дальше вот сюда. И куда дальше? Куда дальше? Выше я могу, выше могу, выше и вот сюда могу. Дальше на облако, дальше на золото. Это было сейчас опасно, тут видите барьер. И теперь вот сюда. И уже следующий, блин, я прям, видите, прям как какой-то спидранник уже, я не знаю. А с чего мне начать? То есть вы мне предлагаете отсюда, что ли? Ага, отсюда, не, отсюда нормально, я уже испугался. То, что что-то сложнее, да. Так, опа, и вот это я дурачок. Вот это я дурачок, все, я понял. Вот, давай, все, прекрасно. Так, и... Это тоже на подставу похоже, если честно. И куда я попаду сейчас? Так, я туда точно не хочу. Вот сюда. Да тоже не понимаю, куда, в принципе, мне идти. Ага, а, вот здесь я не был, значит, сюда. Так, дорожка какая-то. Ладно, ага, сюда, сюда, сюда. Так, хорошо, дальше куда? Дальше, наверное, опять слизень блок. Ну, смотрите, все равно уже все как-то повторяется. Я не знаю, я вот пока что думаю. Может быть, мне остановиться, может быть, проходить эту карту. Потому что, собственно, я не хочу делать много частей по ней, наверное, скорее всего. Да, хотя это пока что еще непонятно, да. Буду я, не буду столько частей делать. Уже как-то, знаете, не сильно интересно. Хотя, в принципе, карта мне все равно нравится. Да, карта мне в любом случае нравится. Подождите, я что-то, чего-то опять не понимаю? Или я все понимаю?
Давай. Есть. Да, сюда. И вот теперь вот сюда. А теперь надо вот сюда, а потом сюда. Так это же... Так это как делать-то? Алло, люди, вы чё? Короче, оказывается, у меня, блин, звуки Майнкрафта на 20% стояли, блин. Я-то думал, то, что у меня они стоят на 10, как обычно. Ну, сейчас 12 оставил. Я не знаю, громко слишком для вас это было или нет. Но надеюсь, что не сильно. Потому что, ну, немножечко будет не, обидно, да. Ну, смотрите, держусь. Ага, вот таким вот образом надо проходить. То есть, смотрите, еще раз пробую. Ага, вообще молодец, попробовал. Я, если что, сейчас немножечко использовал креатив, чтобы, ну, быстрее долететь сюда. Потому что, ну, я не хочу, чтобы меня бомбило прям вовсю, блин. Короче, попробовал еще, наверное, раз 10, и у меня опять не получилось, блин. Да что за фигня-то, а? Блин, реально подстава какая-то. Почему у меня не получается это пропаркурить? Вот сейчас я опять сюда случайно совершенно упал. Вот что я сейчас буду делать, если вот честно взять сюда, запрыгнуть? То есть я беру вот так вот. Беру вот так вот и падаю. Прекрасно. Вот вообще. Да даже это не прекрасно, это ужасно, блин, то, что я не могу научиться, блин, паркурить в этих местах. А это на самом деле, ну, в паркуре это вот, если вот это запомнить, это будет просто идеально. То есть это всякие такие вот моменты, которые, как бы, вот если понять, то, в принципе, паркур для тебя не будет вообще никаким сложным. А у меня, видите, не получается это понять пока что, к большому моему сожалению. Вот сейчас получилось. Сейчас получилось. Так, есть. Все, я прошел. Вот это уже точно эндермих какой-то. Блин. Так, это у нас не портал, если что. Это у нас просто. Это просто такой декор, да. Декор эндеркрая. Давайте вот сюда. И теперь вот сюда. Так, ну, в принципе, здесь все понятно. Здесь, видимо, как-то по кругу надо вот таким вот образом паркурить, да. И теперь вот сюда. Вообще легкотня, буквально вот за 30 секунд. Так, единица. Угу. Все, я, кажется, понял. То есть надо, видимо, вот таким вот образом. То есть я два раза прыгнул, обслись и смог попасть на этот блок. Отлично вообще. Тут, видимо, два раза и надо делать. Дальше, видимо, двойка и тройка идет, потом все. Я, если что, это все смотрел, да. Ну, сверху в креативе, естественно, просто чтобы посмотреть, как это все выглядит. И куда дальше? Куда дальше? Наверное, сюда, собственно. Потом туда, а потом вот сюда. Все, я понял. Я понял. Вот так вот. Отлично. Вот это прям меня, знаете, даже немножко расслабляет, если честно. Вот этот паркур приятный такой. Да, потому что, ну, он действительно не раздражающий, да. Даже, видите, я смог вернуться вот сюда вот таким вот образом. Просто взял, прыгнул и быстренько поднялся. Так. Так, ну сюда я смог запрыгнуть, значит, наверное, сюда и надо. Вот сюда. Все. Блин, ну все-таки паркур развивается, как бы. Ну, то есть, реально видно то, что уровни разные. Но мне не нравится то, что очень часто используется только слизь. То есть, например, где мед было, вот там было интересно. Было бы больше меда бы там и так далее. Вот это тоже, как бы, интересная тема. Так, есть, я запрыгнул. Теперь сюда. Ну и сюда. Отлично. Тройка. Тройка. Давайте, ну я так понимаю, так, у нас здесь везде барьеры, если что. То есть мне особо тут выбора и не дают, да. Много прыгать. Вот сюда теперь. Ну, то есть, видите, все однотипное. Ну, как бы это ладно. Может быть, здесь, в принципе, все и так рассчитано найти вот конкретно три уровня. А дальше все, дальше уже вот это все закончилось. Видимо, сейчас на слизь надо, да? Вот таким вот образом. И опа, и вот сюда, и теперь вот сюда. Отлично, отлично. Вот чекпоинт. Я думаю, что я не умру, блин. Я здесь только один раз умер, блин, от лавы, и все. Так, я пока не понимаю, с чего начать. Вернее, начать-то я понял, но как бы дальше-то куда прыгать. То есть на слизь я точно даже, наверное, не допрыгну, если отсюда прыгать. А как бы на лестницу, ну, не знаю, мне что-то кажется, это тоже далеко. Не знаю, мне кажется, на лестницу невозможно. Мне кажется, это невозможно. Кажется, я только сейчас понял, куда надо прыгать, знаете куда? Мне кажется, понял действительно. Это вот сюда надо прыгать, блин. Капец, блин, ну реально, блин, я такой думаю, что за херня происходит. Оказывается, просто сюда надо, блин, запрыгнуть. Я вот сейчас первый раз прыгнул, видите, спокойно запрыгнул. Вообще жесть, блин, конечно. Думаю, что за херня происходит. Меня, блин, троллит, блин, карта. Вообще прекрасно. Так. Ты прикололся сейчас? Это что сейчас? То есть, ты хочешь сказать то, что я, типа, такой лох. И, типа, не запрыгнул на этот слайм, ёбаный, да? Видимо, да.
Это что подлагало так? Ладно. Это что такое? Cold open. Хорошо. Да ты прикололся! Охренеть! Это типа я зашел конкретно в это... Там 4 комнаты было. Там 4 комнаты. Это получается, мне сейчас надо проходить этот паркур. В 4 этих комнатах я пройду только один уровень. Вы представьте себе. Вы только представьте, да? Это жесть. Короче, все, давай, давай, давай. Прыгай, прыгай, прыгай. Все, опа. Так, на shift же можно, шифтом, да? Ага. Опа. Да что за подстава? Есть! Есть! Все, отлично. Редстоун комната. Окей, редстоун. Редстоун. Охренеть. То есть это еще на время. Я почти прошел. Я почти прошел. И у меня уже броня, кстати, ломается, смотрите. Все, у меня сейчас поломается. Давайте голову вернем. Так, что это? У меня глаз Соника есть. Давайте Соника оденем, да? Прикольно. Так, давай. Так, так, давай, есть. Это было куда легче. Назаитывай, отлично. Нет, нет, тут никакой кнопки. Хорошо. Так, это вы хотите сказать, что надо вот так, да, делать? Ага, я понял. Я понял. Ладно, не понял немножечко. Короче, сейчас я пройду паркур с первого раза, смотрите. Ага. Короче, сейчас я пройду паркур с первого раза. Смотрите, сейчас будет все четко. Я не шучу, сейчас реально с первого раза пройду. Да, все. Что это? Короче, блин, я... Ладно, ладно. Я хитрее этой карты, смотрите, я на одно стеклышко не прыгнул. А, сразу сюда попал, ладно. Окей, есть. Есть, тихо. Так, у нас теперь мед. Вот я сказал про мед на свою голову, блин. Вот нахрена это сделал? Это же сложно, я думаю. Хотя... Нет, это сложно все-таки, потому что, ну, блин, капец. Есть, все, 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 есть, 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 есть. И все, тут 3 комнаты получается, да? Хорошо, и мы попадаем сейчас в медовый рай. Ну да уж, что-то многовато льда здесь, ой, льда, блин, меда здесь многовато. Короче, просил меда, вот тебе и мед, пожалуйста. Как по заказу, блин. Так, сюда, сюда, сюда рановато. Ну, наверное, только сюда сейчас прыгать. Угу. Так, ну в целом, это просто слайм. Это просто... Подождите, я немножко... Ага, на нем прыгать нельзя, да? Или можно, но только очень слабо это получается. Я так понимаю, то, что только с помощью разгона. Да куда ты слазишь? Есть, все. Так, можно сюда... Что, скорее всего, так и есть. Ну, а дальше? То есть, туда что я сделаю? Охрен его знает, что я сделаю. На слайм, наверное, да? Ну, блин, это что-то совсем хардкорно, мне кажется. Это... Да как с него прыгать, блин? Подожди. Подождите, я вижу лестницу. Но мне, по сути, надо все равно вот сюда прыгнуть. То есть, мне нужно в любом случае намет. Но у меня не получается. У меня, видите, не получается. Он просто цепляется и все. Мёд. Ага! Есть, есть, есть! Зацепился, зацепился. Только не упади, пожалуйста. Ради всего святого, как говорится. Все, отлично. Поднялся. Теперь, ну, тут по стрелочкам все понятно. Отлично. Угу. Так, есть. Все, все, все. А как? Прыгать нельзя. Твою дивизию, блин. Как теперь? Что делать-то? То есть, ага, блин. Я не хочу упасть. Давай. Фух. Блин, это очень на самом деле стрёмно. Знаете, в чем? То, что... Ну, ты упадешь. Вот сейчас я если... Нет, я не упаду. Я на краешек. Отлично. Давай. Давай, есть. Фух. Блин, я честно, я думал, что я сейчас упаду. Это, блин, бомбежка начнется. Короче, мне действительно эта карта нравится. Она развивается, как я уже понял. Я думал, то, что здесь будут однотипные уровни. Но, как видите, уже нет. Здесь что-то новенькое. Поэтому я думаю, что я сделаю и остальные части. И, наверное, допройду эту карту. Потому что, ну, она действительно оказалась интересная. Даже интереснее, чем я думал. Поэтому давайте
Давайте, короче, этот уровень пройдем. Я молодец, да. Это гениально, да. Блин, как всегда, я на последнем блоке, блин, фейлюсь, блин, а потом не могу пройти. Ребят. Ребят. Я закрыл себя. Нет, нет. Как? Как? Ладно. Ужас, капец. Вы ничего не видели, да? Типа, вот, все. Я типа здесь стоял, да. Я просто там застрял и все. На этом можно было и заканчивать эту карту. Да, ладно. Опа. На этом уже тоже можно заканчивать. Так. Вот, все, отлично. Есть все. И 4, 4. Ну что ж, ребят, в принципе, на этом я буду, наверное, заканчивать сегодня, да? Только единственное, я сейчас хочу попробовать. Опа, и опа, и типа опа, опа, и опа, и опа, и опа, опа, опа. Ладно. И я прошел уровень, отлично, все, четверки больше нету. Короче, все, мы сегодня на этом закончим уровень. Он достаточно тоже такой прикольный. Городишко какой-то, да, новогодние сундуки. Всех, в принципе, с Новым годом, да, и куча, кстати, еды, офигеть, офигеть, я это заберу себе. Таким вот образом, вот таким вот и вот таким. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео, всем спасибо, пока-пока, и увидимся в следующих сериях этой карты, да и просто в других рубриках, всяких летсплеях и так далее. Всем спасибо, пока-пока.